Коммерсант ФМ. Радио новостей. 21 час и 3 минуты в Москве. В студии Петр Косенко и с Олегом Богдановым мы подводим финансовые итоги дня. Итак, сегодня рынок замер, рынок ждет несколько событий достаточно важных. На глобальном рынке финансовом ожидают решения американского конгресса по внесенным президентом Трампом изменениям в закон о здравоохранении, о страховании. Это вот известная закон под названием Obamacare. Голосование должно состояться сегодня. По московскому времени это приблизительно будет час ночи. Может быть, оно перенесено и на понедельник. Вот так говорят, во всяком случае, конгрессмены. И рынок ждет. Здесь очень высок элемент риска, который заложен в этом голосовании. Если Трамп свои предложения, то есть вот этот билль республиканский проходит, если Трамп, предложения Трампа одобряют, то, значит, и последующие его инициативы, это и снижение налогов, это изменение тарифов таможенных различных, это инвестиции инфраструктурные. Все это, наверное, тогда пройдет. Во всяком случае, на рынке воспринимают это именно таким образом. Но есть риск и непрохождения данного законопроекта, данного закона. Очень трудно республиканцам набрать будет искомое количество голосов. Об этом говорят наблюдатели. И вот в этом случае для глобального рынка возникнет такой серьезный элемент риска. Понятно, что упадет достаточно серьезно американский рынок акций. Начнет расти цена, то есть снижаться доходность на американские казначейские облигации, резко вырастет японская валюта. Рост рисков на глобальных рынках может привести к тому, что начнут снижаться валюты emerging markets. Пока этого не происходит, рубль крепкий. Ну и вот этот элемент риска сейчас вот очень серьезно закладывают все основные игроки на рынке. Рассуждает о решении американских, о потенциальном решении американских законодателей ведущий аналитик компании, управляющей компании «Горизонт» Владимир Рожанковский. Изменение налогового законодательства и изменение неэффективной медицинской реформы, они должны рынком восприниматься, на мой взгляд, позитивно. Соответственно, если Сенат, если парламент не голосует за это, то для рынков это, на мой взгляд, должен быть негатив. Для Америки это центральные вещи, даже более важные для экономики, для рынка, чем там иммиграционные инициативы. С экономикой там ничего общего нет. А вот налоговая реформа, реформа здравоохранения, вернее, отзыв реформы, так правильно будет сказать. Это конкретные вещи, которые касаются доступности денежной массы, увеличения денежной массы, которая будет investable, которую можно инвестировать в рынке. Ну и это главная глобальная интрига, а у нас на внутреннем валютном рынке другая тема. Конечно, мы зависимы от внешних факторов. У нас на повестке дня заседание Российского Центрального Банка. Оно достаточно интересно. Завтра оно состоится в 13:30 по московскому времени. Мы традиционно узнаем решение нашего регулятора. А сейчас интрига заключается в том, снизит ставку или не снизит ЦБ. Большинство считает, что ЦБ, наверное, все-таки будет снижать процентную ставку, потому что уровень инфляции у нас упал достаточно существенно. Но есть определенное и сомнение в этом действии ЦБ, потому что здесь есть и возможные действия Минфина, которые могут повысить инфляционные тенденции. Это изменение акцентов в налогах, это и операции на валютном рынке, то, что ЦБ отмечал. Ну, в общем, есть о чем поволноваться игрокам. Рубль пока 57.50. Предлагаю обсудить потенциальное решение ЦБ, влияние их на экономику, влияние их на российский рубль. У нас сейчас на связи генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вы, какие ваши основные ожидания от завтрашних действий Центрального банка? Ну вот, если честно, то хочется, чтобы ставку понизили. А хочется есть... почему, Александр? А знаете, есть ощущение, что сейчас ненадолго открылось окно возможностей для безопасного снижения ключевой ставки. Вот такое же окно открывалось в декабре, когда нефть пошел разворот на рынке нефти после соглашения ОПЕК. И вот сейчас, когда глобальный валютный рынок достаточно спокойно воспринял недавнее повышение ставки ФРС, потому что оно сопровождалось очень мягкой риторикой главы ФРС Джанет Йеллен, то и вот сейчас рубль снова вошел в тройку валютного ретрейда. Там мы уступаем, по-моему, мексиканскому песо. Или бразильскому, да, наверное? Бразильскому. Нет, южноафриканскому ранду. Я вот сейчас открыл Bloomberg. Угу. Мы на третьем месте.
Ну и вот ЦБ на прошлом заседании, кстати, такое ощущение, вот если текст вчитаться и учитывать те операции, которые начал Минфин, чувствовалась некая обида. Они говорят о том, что мы могли бы снижать ставку, но вот из-за операции Минфина инфляционное настроение повышается, девальвационное настроение. Вот, и да, и они сказали, что по 25 базисных пунктов будут двигаться, когда ставка опустится на однозначное значение. Ну, то есть ниже 10 будут по 25 двигаться. Все-таки 25 или 50, возможно, снижение. Я думаю, что они примут компромиссное решение 25. Но давайте, на самом деле, вот с определения, что самое важное, что ключевая ставка Банка России – это ставка по урегулированию ликвидности банковского сектора. То есть прямого отношения к реальной экономике она не имеет. То есть она транслируется в экономику через банковский сектор там, в виде стоимости кредитования. Но все-таки эта ставка не для кредитования экономики. Это ставка, по которой Банк России фондирует банки. Банковского сектора. Mm. Да? Но и реальные ставки ниже на рынке ведь. Да, реально ниже, причем они ниже уже давно. Если посмотрим на ОФЗ, если посмотрим на рынок облигаций, существенно ниже. То есть крупные компании занимают уже ниже, чем ставка рефинансирования, там, размещение бондов под ОФЗ под 8-8 с небольшим, первого эшелона корпоративных облигаций под 9, это нормально. Просто вот сейчас ситуация благоприятная. Что будет после следующего повышения ставки ФРС? Мы не знаем, какая будет реакция рынка. А если вспомним, что еще лет 10-15 у нас экономика росла даже при двузначных ставках кредитования, потому что шли инвестиции, то сейчас этих инвестиций нет. Инвестиции делаются из прибыли компании, только 5% банковских кредитов идут на инвестиции. А дорогая стоимость кредитов для банков, для компаний, потому что им нужно поддерживать текущую деятельность, она снижает просто их прибыль и их рентабельность. Им нечего отправлять на инвестиции. Александр, я предлагаю через пару секунд продолжить наш разговор. В ближайшие 20 минут в Киеве убит экс-депутат Думы Денис Вороненков. Он критиковал российские власти и давал показания на экс-президента Украины Виктора Януковича. Каковы последствия будут у этого преступления, обсудим через 10 минут с международным обозревателем газеты «Коммерсант» Максимом Юсиным. А прямо сейчас продолжаем подводить экономические итоги дня с Олегом Богдановым. Ну, и я напоминаю, что на связи у нас генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев. Мы говорим о действиях потенциальных Российского центрального банка. Итак, вот я так понял, с вашей точки зрения, снижение ставки, оно бы было благоприятно для вообще всей экономики и повлияло бы на темпы роста нашей экономики. Да, кроме того, поскольку мы видели, что последний рост вот до кризиса 2014 года шел из-за потребления, то есть потребительский сектор вытягивал экономику. Но сейчас он отстает серьезно. Он серьезно отстает, доходы населения упали. И более того, население закредитовано, ставки высокие, и население в прошлом году отдало банка, вернуло 1,8 триллиона рублей. То есть 2% ВВП изъято из экономики, изъято из потребления и находится в банках. Ну да, средние банков ставки по кредитам там в районе 20%, да, от 15 до 20, да, вот то, что да, население. Да. Это, конечно, не посильное. Практически не увеличивают кредитные портфели, потому что не контролируют риски, то есть не могут контролировать. И относят это в ЦБ. Вот я посмотрел сегодня показатель ликвидности банковского сектора, и почти триллион рублей на депозите. На депозите в ЦБ. Сегодня, правда, поменьше там расчеты были, а вот так даже триллион сто практически ежедневно нас в ЦБ в банки занесли. Ну, в Европе, кстати, такая же проблема. Они вообще под отрицательную ставку под 400 иногда миллиардов евро складируют. Правильно. И для чего сделал ECB и ЦБ отрицательные ставки? Только для того, чтобы стимулировать кредитование экономики. Ну, видимо, там некому давать вообще. Ну, у нас, наверное, тоже некому давать. Но у нас бы с удовольствием, нет, а у нас бы с удовольствием население тоже под 8-7%, я думаю, всю эту массу кредитную перекредитовало бы, и было бы полегче, конечно. Нет, все правильно, просто с точки зрения банковского риска. Но если ставки снижаются, то это снижает и риски общие. Гораздо проще платить по кредиту 8%, чем 30%.
Но вот здесь, знаете, что вопрос какой возникает? Все-таки чисто, так сказать, позиционно-политически в среду президент встречался с руководством ЦБ и такой дал кредит доверия, предоставил, назначил Эльвиру Набиуллину, предложил, вернее, ее на очередной 5-летний срок. Таким образом, ну, можно считать, что он фактически на 5 баллов оценил ее работу и действия ЦБ по жесткой монетарной политике. Так вот, на фоне тех действий, которые Минфин производит, и, как говорят, некой такой заочной конфронтации между двумя ведомствами, можно ли надеяться на то, что ЦБ вообще не снизит ставку? Смотрите, вот я вернусь неделю назад, 16 марта, на съезде РСПП, президент Путин полностью поддержал позицию ЦБ, когда там поднимался вопрос о снижении ставки. Он сказал, что есть риски преждевременного снижения ставки, нельзя исключить, что вот ставка не будет снижена. Но я думаю, что когда госпожа Набиуллина встречалась с президентом в среду, то, наверное, они денежно-кредитную политику обсуждали снова. Но мне хочется надеяться. И что еще хочу сказать, что Минфин покупает на свои. То есть Минфин не эмиссионный центр. То, что покупает Минфин... На свои все-таки или на деньги ЦБ? На заемные, да, на кредитные, да, на заемные. Скажем так, когда у него 3% бюджетный дефицит, денег у Минфина на покупку долларов нет. Ну да. Вот, он занимает, но он занимает не на новые деньги. Он не имитирует их. Он не занимается интервенциями. Он занимает, то есть покупает доллар только на те деньги, которые у него есть. А значит, он ограничен. А значит, он такой же игрок, как любой крупный банк, как любой экспортер, как любая крупная нефтяная компания. Абсолютно такой же рыночный игрок на этом рынке. Я вот просто не понимаю, зачем им берут, потом из этого же резервного фонда Центральному банку продают. Вот это влияние на рынок ноль, эффект, ну, немножко растут резервный фонд, немного растет. Как вы думаете, Александр? Ну, смотрите, может быть, они понимают, что рано или поздно нас ожидает очень серьезная проблема на глобальном валютном рынке и глобальном рынке облигаций. Потому что как только произойдет еще два повышения ставки, и десятилетние казначейские облигации США будут с 3% годовых, вот в мире начнется, скорее всего, очень серьезное движение капиталов, которое может вызвать такой периферийный долговой кризис, похожий на то, что мы наблюдали в 97-98 годах. Даже сейчас разница в процентных ставках между десятилетними казначейскими облигациями США и Германии 2%. Это много. Но не происходит такого массированного роста доллара, он наоборот 3% сдал пока, после. Да, пока люди ориентируются на риторику Йеллен. Но когда в начале апреля опубликуют протоколы заседания, и когда мы, не дай бог, 3 мая снова увидим повышение ставки ФРС, вот здесь сентимент может измениться. Все-таки риски никуда не делись. Ну, сегодняшнее, если состоится голосование, чего вы ждете от Конгресса американского? Я вот на эту тему переключусь. Я думаю, они согласятся. Спасибо большое. У нас на связи был генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев. Лосев, обсуждали мы потенциальное решение ЦБ, подводили итоги сегодняшнего финансового дня.